Всем доброго времени суток, вы находитесь на канале по заработку денег в интернете криптогуд. Меня зовут Алексей. Перед началом данного видеоролика обязательно поставьте лайк данному видеоролику, напишите любой комментарий, абсолютно любой, и по желанию подпишитесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. Поехали. Речь у нас сегодня пойдет об очередном облачном майнинге на криптовалюте Tron. Здесь нам также, как и во многих проектах, нужно просто ввести номер мобильного телефона, указать пароль, подтвердить пароль, ввести инвайт-код. Если он у нас не высветился автоматически, то приходите опять по ссылочке, которая находится под видеороликом, и у вас все автоматически появится. И также вводите капчу, которая находится здесь вот так на картинке. После этого нажимаете Sanskrit, ибо если вы не понимаете, что написано на английском, можете перевести сайт на русский язык, это делается очень просто. Нажимаете зарегистрироваться. Итак, друзья, приходим в аккаунт, мы видим новостное объявление, да, здесь также у нас прописаны с вами проценты, да, можно будет заработать на данном проекте от 5% в день до 15%. Также есть юридический документ, можете перейти по ссылочке, посмотреть ссылочку официальную группу Telegram и службу поддержки. А здесь также расписаны у нас тарифные планы, грубо говоря, так, да, минимальная сумма средств для активации баланса — это 5 трон, минимальная дневная прибыль у нас 5%. А здесь у нас идет как? Объясняю еще раз. А здесь у нас представлено, смотрите, мы, допустим, вкладываем 100 тронов в данный проект. Выплата ежедневная с проекта у нас будет 5 трон в сутки. То бишь, окупаемость у нас составит чуть больше, чем, получается, плюс-минус 20-21 день, и у нас будет полная окупаемость в проекте. Что довольно неплохо, после 20 дней мы будем получать уже стабильную прибыль с данного проекта. Вкладывайте более 30 тысяч трон, будете получать 6%. Вкладывайте более, получается, 200 тысяч трон, 7% и так далее, вплоть до миллиона тронов, 10% будете получать. Здесь есть щедрая реферальная программа, она у нас трехуровневая, 13, 5 и 2 в глубину, что тоже довольно неплохо. Допустим, мы привели человека, который пополнил сюда на 10 тысяч трон, вы получите за это 1300 трон, да? Он пополнил 10 тысяч, вы получите 1300, что тоже довольно неплохо, который, кстати, вы можете без ограничений вывести. 1300 вам начислили на вот этот баланс, вы с него заказали без каких-либо ограничений комиссий. Все приходит мгновенно. К слову сказать, что у нас также 100 тронов начислили нам за регистрацию, это у нас, так скажем, тестовый вариант, который мы, кстати, тоже можем вывести, но нужно будет сначала пополнить баланс 5 тронов для активации баланса, чтобы, в принципе, не разграбить данный проект, да. У нас есть кнопочка трейдинг, где мы будем получать процент майнинговый на остаток счета, да, то есть на баланс, который у вас будет на экране. 5%, как я и говорил, вы будете получать майнингом. Здесь также есть партнерская программа, о которой я говорил, да, QR-код удобный для приглашения и, конечно же, ссылочка. Копируйте, распространяйте на социальных сетях, например, Twitter, Facebook, Telegram, либо другие платформы, которые у вас более-менее раскручены. И, конечно же, кабинет, да, здесь также представлено все довольно удобно. Здесь у нас он делится в два вида, да, рекламный баланс, это партнерский, и, конечно же, обычный, это для депозитов. Здесь представлена у нас команда, Team, да, то бишь, потом список прибыли, перевод на базовый, изменить пароль безопасности, доля, уведомления, приложение и выйти. По порядку, да, команда — это список ваших партнеров, список прибыли — это, естественно, будет полный отчет ваших пополнений, выплат и так далее. Перевод на базовый — это перевод с кошелька рекламного, то бишь реферального, на кошелечек для депозита, то есть сделать реинвест сразу же в кабинете. Изменить пароль безопасности, я думаю, вам понятно. Доля — это, то бишь, пригласить, да, вот это то же самое, что вот здесь кнопочка. И уведомление, конечно, получать на почту. Приложение в будущем будет у нас на Play Market и App Store для мобильных телефонов. Давайте пополним баланс. Я пополню сюда 5 трон. У нас есть перевод на промо-счет. Это на циклах вы можете разделить сумму, то бишь, пополните от 100 тронов и можете уже выбрать цикл, допустим, на 7 дней. После прохождения 7 дней вам начислят за эти 7 дней проценты, и вы можете вывести еще и свой депозит в целом. Но нужно пополнить от 100 тронов. Я пополню пока что на основной счет 5TRX для проверки данного сайта. Нам нужно будет скопировать, что мы сделали, либо использовать QR-код. У каждого здесь кошелек, то есть адрес индивидуальный. Давайте перейдем в TronLink. Для этого выйдем с полной страницы экрана, переходим в TronLink. Нажимаем на криптовалюту Tron, нажимаем Send,
вставляем адрес, который нам здесь написанный, и, соответственно, вставляем нашу количество патронов, которые мы будем пополнять, и нажимаем подтвердить. После этого нам нужно подождать около 5 минут и, конечно же, нажать перезарядка завершена. Ждем 5 минут и продолжаем видео. Так, друзья, давайте закажем свою первую выплату с данного проекта. Мне доступно 0,25, да, давайте мы укажем это. 25 соток, да, то бишь здесь, если, допустим, вы пополните на 100 тронов, то вам будет доступно для вывода 5% в день, да, 5 тронов ежедневно. Что, в принципе, довольно неплохо. Давайте нажмем конфиг и посмотрим, как у нас проект выплачивает наши дивиденды. Переходим в кошелечек, обновляем его. И теперь смотрим пополнение. Плюс 0,25, все зачислилось, то есть проект платит. Таких проектов у меня на канале очень много, да, я почти что каждый день делаю про них видеоролики, в каждых я участвую, в некоторых вкладываю нормальное количество, да, сумм, то бишь я уже проект проверил, и на этом зарабатываю. На некоторых я вкладываю немного меньше, допустим, как в этом, да, но если он себя покажет в течение пару дней нормального выплат, то, соответственно, я также сделаю хорошую выплату пополнение в данный проект в районе 100, может быть, и 500 тронов в проект, чтобы обеспечить себе пассивный заработок на нем. Так, как я и говорил, здесь присутствуют и соцсети, и техподдержка. Также, видите, английский язык, можете выбрать, допустим, другой, который вам по душе. Здесь очень много языков, но, к сожалению, русского нету. Ну, на русский мы переводим благодаря браузеру, тут тоже делается все очень просто. Так, по команде здесь у нас список рефералов публикуется, доля, соответственно, это у нас пригласить сюда, да, своих людей для получения также для себя выгоды и трон, да, дополнительно. В обычный майнинг нам нужно будет заходить в трейдинг обязательно каждый день и получать свои начисления 5% в проекте. Ну, в принципе, у меня все, вот такой вот у меня получился ролик, такой вот проект. В принципе, стандартный, как и многие другие. С вами был Алексей, вы находитесь на канале Подзарбок, где я контролирую CryptoGood. Не поленитесь, поставьте лайк данному видеоролику и напишите любой комментарий. Всем пока-пока. Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m, I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit snooze. Can't stop this, I'm obnoxious. And I'm honest and novice with promise. Made monstrous, I'm conscious, but I'm nauseous. Think I've lost it, I've got it. Spitting all this, still I'm not it. I've got this, I will not quit.